Хитрый Элдар Кассе. Казахская народная сказка. Жил в одном ауле безбородый хитрец Элдар Кассе. Глаза у него были острые, ноги быстрые, руки проворные, а ум еще проворнее. Любил Элдар Кассе пошутить и посмеяться, особенно над глупцами и скрягами. Богатства у него не было, но хитростью он не раз добывал себе на обед жирного барана. Жатырбай был человеком жадным и глупым. Стада у него были большие. Начнет считать на рассвете, а закончит на закате. Пришел к нему как-то Элдар Кассе и говорит: «Почтенный бай, есть у меня 2 рубля». А кошелька нет. Хожу, держу деньги в руке. Рука устала. Хочу я от этих денег избавиться. Не поможешь ли ты мне?» «Давай, давай, помогу», — обрадовался бай. «Скажи только как». «Продай мне за 2 рубля какого-нибудь плохенького козленка», — говорит Элдар Кассе. Подумал, подумал бай. «Ну что ж, можно продать». Поймал в стаде хроменького козленка, тощего, чуть живого, которому всего-то 2 дня до смерти осталось, и подает Элдару Кассе: «Вот бери, хоть и жалко дешево отдавать, хороший козленок, давай 2 рубля». Элдар Кассе взял козленка, а деньги в кулаке держит. «Знаешь что, почтенный бай, я передумал. Бери 2 рубля и козленка в придачу, а мне дай ягненка». «Что ж, неплохая мена», — подумал бай. 2 рубля, да еще козленок в придачу». И пошел ловить ягненка. Поймал самого маленького и подает Элдару Кассе: «Вот, бери, хороший ягненок. Давай 2 рубля и козленка». Элдар Кассе взял ягненка, а деньги в кулаке держит и козленка из рук не выпускает. «Знаешь что, почтенный бай, я передумал. Бери 2 рубля, козленка и ягненка в придачу, а мне дай козу». «Неплохая мена», — подумал бай. 2 рубля, да козленок, да еще и ягненок в придачу». И пошел ловить козу. Поймал самую тощую и подает Элдару Кассе. «Вот, бери, хорошая коза. Давай 2 рубля, козленка и ягненка». «Постой, постой, почтенный бай», — говорит Элдар Кассе. «Я передумал. Бери 2 рубля, козленка, ягненка и козу в придачу, а мне дай только 1 барана. Но позволь мне самому его выбрать». «Вот эта мена выгоднее всех других», — подумал обрадованный бай. 2 рубля, козленок, ягненок, да еще коза в придачу. И все это за 1 барана. И говорит Элдару Кассе: «Что ж, выбирай». Выбрал Элдар Кассе себе самого большого, жирного барана, отдал баю 2 рубля, козленка, ягненка и козу в придачу, взвалил барана на плечи и пошел. А бай Жатырбай посмеивался, потирая руки. «Ну и глупец же Элдар Кассе! Столько добра отдал за 1 только барана!» Так и не понял бай, кто из них в дураках остался.